Без дворников, озеленителей, уборщиц, слесарей, сантехников, ремонтников и многих других работников жилищно-коммунального хозяйства теперь невозможно представить нашу жизнь. Коммунальная сфера – одна из самых сложных отраслей, направленная на качественное и своевременное предоставление услуг, требующих не только опыта и знаний, но и современного оборудования, материалов и постоянного финансирования. Ленинский район, согласно рейтингу Министерства ЖКХ, вошел в число лидеров как один из самых благоустроенных. 19 августа, в преддверии празднования 50-летия города Видное, прошла церемония награждения работников жилищно-коммунального хозяйства юбилейными медалями. Ширяева Аполлинария Васильевна. Полина Васильевна – это большой друг окружающей среды, всей города Видное, Ленинского района и вообще. Кстати, награждалась неоднократно и областными наградами. Заместитель главы администрации городского поселения Видное Олег Старцев поблагодарил работников сферы ЖКХ за их нелегкий труд, преданность своей профессии и выразил надежду на дальнейшее тесное сотрудничество и взаимопонимание всех структур жилищно-коммунального хозяйства. Разрешите вас всех поздравить с наступающим 50-летием города, поблагодарить за ту большую работу по благоустройству, которую вы проводите в нашем поселении, и пожелать вам всем крепкого здоровья, удачи в семье, в работе, личного благополучия. Наталья Туманова родилась и выросла в Видном и всю жизнь работала на благо родного города в разных организациях. И вот уже более 15 лет она трудится в сфере благоустройства и озеленения управляющей компанией ЖКХ. Наталья Петровна гордится тем, что имеет возможность сделать свой город еще более краше и достойнее. Творить добро и создавать красоту, я так думаю, что у каждого человека это должно быть в душе. Поэтому если у людей есть желание заниматься творческой работой, пожалуйста, приходите. Сажать цветы, озеленять город, как уже было сказано, убирать сухостой. И даже то, что приводить город в порядок. Это заслуга нашего коллектива, в первую очередь рабочих этого подразделения, которым я руковожу. Это была первая церемония награждения юбилейными медалями в честь 50-летия города Видное. Такие мероприятия продолжатся до празднования Дня города. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Елена Кошелева, Видное ТВ.